Монета 3 копейки 1988 года выпуска. На реверсе прописан номинал монеты. Крупная цифра 3. Под ней обозначено название денежной единицы. Надпись в одну строку «Копейки». Ниже указан год чеканки. Дата 1988. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями, по 3 листка на каждом. Внизу колосья пшеницы соединяются в единый полувенок. В месте соединения имеется морская ракушка. На аверсе герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы. По числу союзных республик, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца и планеты, размеченной параллелями и меридианами, скрещенные серп и молот. Над ними пятиконечная звезда. Под гербом одной строкой прописана аббревиатура государства, надпись «СССР». Гурт монеты рубчатый. Изготовлена монета из марганцевистой латуни, сплав меди, цинка и марганца. Вес монеты 3 грамма, диаметр 22 миллиметра, толщина 1,3 миллиметра. Чеканили монету на Ленинградском и Московском монетных дворах массовым тиражом. Средняя цена монеты 20 рублей. Конкретно эта монета куплена за 5 рублей. Монета 3 копейки 1988 года имеет 4 разновидности. Различия заключаются в форме очертания африканского побережья на планете. В величине герба бывает больше или меньше. И в расположении относительно друг друга цифр на дате чеканки. Это вот этих. Самая дорогая разновидность отчеканена на медно-никелевой заготовке, предназначенной для 20-копеечной монеты, и стоит от 5700 рублей до 60 000 рублей.